Всем большой привет! Меня зовут Лада. В сегодняшнем видео мы с вами будем распаковывать мои осенние бьюти-боксы. Если вы любите такие распаковки, кстати, давно у меня на канале не было распаковок бьюти-боксов, то обязательно оставайтесь со мной. Также, если вы любите разные видео о бьюти, моде, красивом декоре, уюте и всего, чего любит каждая девочка, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравится. Также не забудьте подписаться на мой Instagram, потому что там происходит все самое интересное. Хочу сразу показать вам бьюти-бокс, который мне пришел не в этом месяце, а в прошлом. И я, конечно, была в шоке, когда он вообще ко мне пришел, потому что посмотрите, какой он маленький. Вот это обычная коробка, и вот это то, что я получила. Я была, честно говоря, в шоке, потому что за все время, что я выписываю бьюти-боксы от BoxyCharm, это было вообще первый раз, когда мне пришла такая малюсечка. Кстати, девочки, можете меня поздравить, я наконец-то отписалась от Ipsy. Я знаю, очень многие из вас писали в комментариях, что давно пора от них отписаться, потому что, как вы знаете, мне приходили какие-то стрёмные пробники. В последнее время мне начали приходить полупустые какие-то продукты. И в прошлом месяце, что меня окончательно добило, мне пришел то ли бронзер, то ли это были румяны, просто вдребезги разбитый. То есть он был в коробочке, в своем аппликаторе, но он был разбит. Я не знаю, то ли это случилось по дороге, то ли они мне такой положили, но это было последней каплей. До этого я несколько раз пыталась от них отписаться, но я не могла понять, как. Сейчас же я потратила свое время, внимание, энергию, посидела на их сайте какое-то время и нашла, как от них отписаться, и все. Ipsy у нас больше не будет, будет только BoxyCharm. В прошлом месяце я не снимала распаковку, поэтому давайте мы с вами распакуем сразу два. Вот этот маленький, кстати, я уже открыла и даже пользуюсь некоторыми оттуда продуктами, но я все равно вам вкратце покажу, что у меня там. А вот к этому вообще еще ни разу даже не притрагивалась, буквально я его получила пару дней назад. Так, значит, здесь у нас, кстати, за последние два, по-моему, не знаю, будет здесь или нет, но за последние два бокса не было внутри палеток, что очень удивительно, потому что в каждом бьюти-боксе сначала с первого месяца моей подписки я обязательно получала какие-то палетки, поэтому мне было очень странно, что палеток не было. Вот, значит, что у нас здесь было? Первое, это был вот такой вот BB-крем от фирмы Pearlys. Он стоит $38, у него SPF 40, что, кстати, очень классно, это очень хорошая и высокая защита. Я уже им пользовалась, не сказать, чтобы я прям осталась от него настолько в восторге, что теперь я буду пользоваться только им, но он вот настоящий такой BB-крем, слабенький, хорошо, в принципе, он замаскирует вам какие-то недостатки ваши, плотного перекрытия от него не стоит ждать, ну, в принципе, как от любого, наверное, BB-крема. Я, честно говоря, в сомнениях, оставлять мне его или не оставлять, или подарить кому-нибудь. Возможно, я дам ему еще один шанс, потому что я только один раз им пользовалась. Для меня немножко мне показалось слабенькое такое перекрытие. Ну, я думаю, такое на каждый день, в принципе, если ты куда-то торопишься, его нанести и побежать неплохо. Дальше у нас тушь, которую я уже открыла и даже ею пользуюсь. У нее очень прикольная кисточка, она вот такая завернутая. Это специально для того, чтобы удлинять и закруглять. Тушь это от компании Rocking Cosmetics и стоит она $29. Вот, пока что я пользовалась ею один или два раза, ну, я думаю, что я ее оставлю и буду ею пользоваться. Далее у нас корректирующее масло. Буквально недавно в своем видео расхламлении я рассказывала о том, что не очень люблю пользоваться маслами для лица, потому что вот эта вот какая-то жирность, которая остается на лице, я ее не очень приветствую. У этого масла
экстракты гибискуса. Это такой цветок. И, кстати, она заявлена именно для того, чтобы убирать пигментные пятна и неровности цвета на лице. Как раз то, что мне нужно, но... Опять-таки говорю, не знаю, как с маслами я никак не подружусь. Возможно, я попробую его один раз и там уже решу, настолько ли он жирный, как я не люблю, или, в принципе, он терпимый. Тогда, возможно, я его оставлю. Кстати, он стоит $49. Недешевое такое удовольствие для масла. Далее у нас очень интересный продукт, который я встречаю в первый раз. В частности, в бьюти-боксе, это масло для тела. Называется оно Booty Drops, что в переводе означает капельки для попы. Я так понимаю, что это подтягивающее масло для тела. Если вам надо подтянуть места, которые не подтянуты, то вот такое масло придется как раз кстати. Его цена 17,95. И заявлено, что оно смягчает и подтягивает кожу. В каждой капле содержится кофеин, экстракт корня моркови, масло жожоба. И, кстати, написано, что оно даже придаст сияние вашей коже. В общем, попе понравится. И еще у нас здесь водостойкий лайнер для глаз. Я рассчитывала, что это будет подводка, но это не жидкая подводка, это просто вот такой вот карандашик в виде такого вот фломастера черного цвета. Его цена $20. Не скажу, что я прям осталась в восторге от прошлого месяца, и коробочка вообще какая-то, под микроскопом ее только рассматривать. Но, в принципе... Продукты неплохие, не дешевые, но и, в принципе, такие, без которых можно обойтись. Так, давайте перейдем к нашей обычного размера коробочке, более привычной. Надеюсь, там будет палетка. В принципе, я не страдаю от дефицита палеток, но что-то я соскучилась по интересным палеточкам. Так, давайте открываем. Здесь у нас пупырышки. Вот такая открытка с наименованиями продуктов. И смотрим. Первое у нас увлажняющая помада от фирмы Real Hair. Наверное, какой-то осенний цвет. Очень красивая упаковка. Ой, ну да, такой винный. С немножко оранжевым таким даже оттенком. Самый настоящий осенний цвет. Цена помады $18. Осенних помад у меня, в принципе, много. Нюдовых, более осенних нюдовых оттенков у меня много. И винных, и коричневых. Поэтому думаю, что я не буду свочить эту помаду. Возможно, я ее кому-нибудь передарю. Дальше у нас... Что-то такое интересное. Вот опять вселенная меня слышит, девчонки. Какой-то гель для бровей. Буквально сегодня и вчера я страдала от того, что мой гель от Benefit закончился. И я просто сухой щеткой себе пыталась как-то брови привести в порядок. И вот, надеюсь, он коричневый. Нет. А, это мне кажется просто... Это просто гель прозрачный, чтобы укладывать брови. А, вот оно что. Кстати, такого у меня никогда не было. Таким я еще не пользовалась. Но, кстати, очень интересно. Не скажу, чтобы у меня прям такая ярая волосистость в бровях, что ее надо гелем укладывать. Но интересно все равно попробовать такой продукт. Он стоит у нас $22. И это фирма Saint Luke. Так, что у нас дальше? Праймер для ресниц. Кстати, праймером для ресниц я тоже никогда не пользовалась. И, честно говоря, даже не знаю, для чего он. Наносить его перед тушью, чтобы что? Надо почитать. По заявке он подготавливает ваши ресницы к последующему нанесению туши.
здесь содержится натуральная восковая формула с кремовой текстурой и эмульсия, которая добавляет объем и длину вашим ресницам. Интересно, девчонки. Ой, она розового цвета. Пахнет точно как клей в стике. Знаете, такие клей-карандаш, который иногда даже фиолетового цвета. Вот точно пахнет, как этот клей. О, кстати, мне очень нравится этот запах. В общем, девчонки, напишите в комментариях, если вы используете такой продукт, как праймер для ресниц. Очень интересно послушать ваше мнение, пользуетесь ли вы и вообще есть ли какая-то разница между тушью с праймером и без. Так, дальше у нас здесь какая-то сумочка. Наверное, это кисточки. О, такая замша приятная. Смотрим. Да, это кисти. Ой. Три штуки. Я уже вижу. О, боже. Это как будто бы шерсть у кошки. Как будто кошачий или крольчачий хвостик. Вот это качество, девчонки. Значит, здесь две кисточки, одна, три кисточки. Одна для корректора, вторая для растушевки теней. И скошенная, которую можно тоже использовать и для теней, и для бровей. И, кстати, даже для нанесения контура помады. Просто шикарные кисти. И посмотрим их цену. Боже. Девчонки, вы не представляете, эти три кисточки стоят $58. Напомню, что за сам бокс я плачу 25. У меня просто нет слов, насколько высокое у них качество, я представляю. И последняя у нас палеточка, как будто плитка шоколада. Прям, девчонки, все в таких осенних цветах, просто шик. Вы посмотрите, цветовая гамма. Ну вот прям осень осенняя. Посмотрим, что у нас за палетка. Написано, что это палетка для лица. Это не палетка для глаз. Я так думаю, что здесь скульптор, румяна, возможно, корректор. О, шоколадная осень. Так, фирма называется Beauty in a Blink. О. Это очень красиво. Боже, какая прелесть. Очень нежные оттенки румян. 4 хайлайтера. Бронзер. Вот этот скульптор очень красивый. Очень. Просто офигенная палетка, девчонки. Я в восторге. Смотрим ее цену. $50. Тоже, кстати, цена не бюджетная. Так, ну вот и все. Подытожу содержание этого бокса. Обалденные кисти. Просто нет слов от этой палетки. И хайлайтеры в ней прям такие осень-осенние. Интересно очень попробовать гель для бровей и праймер для ресниц. Ну и помадка. В общем, и, кстати, наполнение этого бокса по цене, конечно, превосходит то, что я за нее заплатила. Вот и все, девочки, это были наши боксы. Пишите свои комментарии, очень интересно с вами поболтать, какие продукты вам понравились, какие нет. И также буду ждать ваших комментариев по поводу того, снимать мне такие распаковки бьюти-боксов или нет. Всем огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал и на мой инстаграм. И мы с вами увидимся в следующем ролике. Пока!